у нас такой самостоятельный. Сам пришел, на кровать лег и лежит, вдаль смотрит, да? Пушистая моя зайка. Котик, лапочка. Ой, я тебе мешаю там, да, смотреть на красоту. А там у нас какие интересные штучки летают. Ребята, он катается на кайтах. Мисюша пришел, наблюдает, лежит зайчик. Красивый. А еще этот зайчик красивый. Вот здесь вот стал выгребать все книжки. И вот даже позавтракал одной. Теперь лежит довольненький. Это он теперь нас так новую фишку для того, чтобы нас разбудить. Начинает выгребать оттуда книжки и следующим шагом начинает их грызть. Вообще надо реакции. Вообще-то это папочка твой любимый пришел. О, это ты! Привет! А ты думал, что за назойливый муха так все беспокоит, да? Да, ты так и думал. Боже, как я люблю, когда он отвечает тебе. Это вообще, ваши разговоры, это нечто. А ты чего такой единоличный? Какой красивый. Ушел, как один лег. Самостоятельный ушел. Сам себе. Никого не позвал. Зовут тебя с первого этажа. Месси, 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 Месси. А Месси что не отвечает? Ты что не отвечаешь? Пап, подожди, там вон на парусах. На парусах, скажи, катаются. Мне очень интересно. Сейчас он уйдет. Вот да, оттуда я тебя звал. А ты туда смотрел в этот момент. Угу. Угу. А почему не ответил? Спрашивает, где Месичка? Блин, ведь передвигаться надо. Закрывает весь обзор. Нет, совесть. Совесть есть у котика? Выглядывает. Какая? Где, покажи. И сколько ее у тебя? Мысюш, я тебе вот не мешала. Ну, стыдно же. Ну, чуть-чуть. Что у котика нет совести. Стыдно? Па, скажи, ну сейчас уйти придется. Все, все, все. Смотри, ладно, смотри. Смотри, летает, летает там еще. Смотри, все. Может, тебя на балкон выпустить? Там, скажи, не так мягко. Тут царское ложе. Вот это я понимаю. Боже, какой ты красивый, а. Какой просто ты наглый, какой ты плюшевый и рыжий. Какой ты наглый вообще, кот. Какой ты наглый, какой ты наглый, какой? Какой? Что это такое, когда эти усики вот так вот делают? Эти... Что, кусать тебя хочешь или что? Что это такое значит? Какая мосечка сладкая. Массаж моськи. Моська. Такой ленивый вообще. Ну, отстаньте от меня. Ну, что, тебя облизать, что ли, да? Что, скажи, тебе надо? Спасибо. Все? Все, что угодно, только отвянь, а. Че ты докопался? Только наносит какая-то... Подожди. Не отворачивайся от меня. Поговори со мной. Нет, поговори со мной. Нет, поговори со мной. Нет, а я хочу, чтобы ты с тобой разговаривал. А я хочу с тобой общаться. А ты будешь кусаться. Ах ты засранец. Ах ты рожа рыжая. Ах ты рожа рыжая. Мы с ней не рыжая работает, да, Вась? Не поддается. Маленький вампиреныш. Ты засранец. Ты засранец вредный. Ну чего, тебе прям совсем не сильно мешаю, да? Ну там скажи, очень любопытно. Ну прям очень интересно. А я пришел, мешаю тебе, да? Давай глазки протрем. Давай. Ну нет, дай глазки протру. У тебя там какая? Бегемоты какие-то сидят в глазах. Подожди. Спасибо. Сухарики. Угу.
Как? 4К изображение сразу появилось? Сразу прозрел. Тебя в 4К видно? Все. Смотрите. Сейчас вернусь. Ну чего, то есть тебя не трогай и не уходи, да? Вот ты эгоистичный сознание. Да, идеально. Просто будьте со мной рядом. Да, видишь? Да. А почему ты такой эгоист у меня? Почему ты у меня такой эгоист? Что, мне сидеть рядом с тобой вот тут, да? Да. И смотреть на кайтера, да? Ну, он тот, который летает, человек. Кайтер называется. Серьезно тебе говорю, я не придумал, правда. Видимо, я его разочаровал. Он думал, это красивее называется. Пошел в другую сторону посмотреть. Чудо. Чего? Туда теперь идти надо? Иду. Ну вот я пришел. Пришел, сел. А здесь мы на что смотрим? Я не вижу. Ну где там? Вот там тоже ничего нет. Ни там никого, ни тут никого. На что смотрите? Не знаю. Он сказал, говорит, там. Где мы, там? Где смотреть-то? В какую сторону смотреть? Пойдем лучше обратно, на кровать. Там хоть кто-то движется, что-то там летает. Ну а вот как же? Неохота. Не, здесь мы его с тобой не дождемся. Ну вот я и говорю, пойдем лучше туда. Там видней. Пойдем, пойдем, иду с тобой, да. Может, прям совсем на балкон пойдем? Да? Ну, давай. Какой ветер сегодня на улице. Скажи, не было ветра, тогда бы смотреть было не на кого. Слышал? Гердустик такая в тенечке лежит. Красота. Да, я здесь. Чего? Ну, я с тобой вот сижу, смотрю, летают. Красота, Мась. Кто ж так хочешь? А как же, у тебя же лапки. С лапками так не получится, малыш. Там ручки нужны вот такие. Ну... Пойдем к мудрому Гудвину, пускай он сделает с тобой ручки. Я опять разочаровал, да?